Как вы знаете, дирофилариоз неизлечим в понятии медицины. Мы также думали до момента, пока не узнали о биорезонансной терапии, которая была извлечена собакой Леди. Когда мы подобрали Алабая Нукера, анализы показали, что дирофилариоз обнаружен, и месяц назад мы стали его лечить. Так вот, курс закончен, и сегодня мы едем сдавать его кровь на анализы. И в этом видео вы узнаете, помог этот аппарат излечить вторую уже нашу собаку или нет. А ты знаешь, что сегодня ты будешь кататься на машине? Я уже приготовил, машина открыта. А ты же не знаешь, я сейчас позову, и ты запрыгнешь туда и подумаешь, может прокатит. И да, прокатишься. Макер, что, не хочешь? Не хочешь? Не хочешь кататься? Пойдем. Да пойдем, тебе говорят. Машина открыта. Смотри, он сейчас без Павлюбна запрыгнет. Опа-на! А что ты сюда запрыгнул? Вот так, забыли открытую дверь. И ты сразу запрыгнул, да? Скажи, иногда прокатывает. И меня катают, да? Все, готов? Что, ты рад, да? Ты рад? А, я ее только включил, оказывается. Миша, он даже не сходится. Ты что, издеваешься? Где детский садик убрала детский уже? Детский сад персика заходит. Давай. Нечего. Все. Свой лимит доверия исчерпал. Кто? Нукер? А кто я? Да, ты что, мы ему так доверяем. Ну, по крайней мере, врачами рисковать не хочется. Он может... Да. Он же видит, что у нас парень непредсказуемый. Какая хрень. Какая мордашка у него стала интересная. Пошли, пошли. Он ждал этого. Заходим. Подожди, не туда зашли, мне кажется. Мы вообще не туда пошли. Нам сюда надо. Да. Да? Я осторожно. Ну-ка. Что, хочешь снять, да? Не, я сюда не делал, он пытается. Все. Что, не нравится? Снять хочешь, да? Можно? Какой хороший молодечек. Ой, давайте, вот так, подождите. Вот с этой? Нет, он должен именно вот так, что он не должен на боку лежать. А, понял. Я думал, его вообще уводить. Нет, нет, так нормально. Угу. Тут лапа такая. А они кривые у него. Ну, да, я вижу. А то дома так выступает, а здесь... Сейчас просто возьмем, не нужно будет. Осталось только это дело заизолировать. Угу. Там же два анализа, да, идет? Да, там и митис, и еще. Да. О. Все туда. Вот, на приличие рыбку, молодец. Не молодец. Будем знать, что... Ну, все можно потом снять. Спасибо. Все, Нукер вел себя. Не надо, не надо, Миш, тут еще столько вирусов. Давай его в машину. Все, пойдем. Тут не те запахи. Вот так, две минуты и готово. Я надеюсь, он чистенький. Ну, как бы так должно быть. Если нет, то проводим еще один курс. Так как Леди потребовалось два курса. А можно три курса? А? Я буду курсы проводить. Я понимаю, что Жанна Кирилл. Миша замучился курсы проводить для него. Кайфовать будешь с ним сидеть. Что, не нравится тебе? Ну, Киру нравится. Ну, вот и все. Мы все для этой жопки делаем. Не буду вас томить, покажу результаты анализов сразу, до и после. Обратите внимание на даты и на анализы. Это то, что было до, наша переписка с врачом, где мы сдавали анализы. Когда Нукера только подобрали, ему требовалось еще переливание крови, так как у него был бабезиоз. Ну а это после, то, что мы сдавали сейчас. А вот отрицательный результат. Сомнений у меня не осталось. А дальше продолжается наш влог. Приглядитесь хвостиком, они очень еще добрые руки. Все, мы приехали домой. Миша, ну, повязку с лапы надо снять. Да подожди ты. Не буду вас томить до конца ролика, ведь дальше будет идти просто влог. Покажу, так, покажу результаты сразу, до и после. Обратите что внимание на даты и на анализы. Обратите Опа, внимание на даты, вот на анализы. Попались. А вот и отрицательный результат. Сомнений у меня не осталось. Если
от данного метода лечения. А дальше продолжается наш влог. Есть? Наблюдитесь хвостиком, они очень... Вот, я выдавливаю. Да не мешают, вон, смотри, от меня облокачиваются. Сейчас, сейчас, ой, бей, опа. Покажи, покажи. Уже получше, мне кажется. Ну, не видно, не видно. Да, Розик Джан? Да, покажи, где сукровица. А, вон, вижу. Вот это, вот это, покажи вот это. Вот. Вот даже, видишь? Угу. Да, оно не корочка, вот. Угу. Это, ой, ну уже капелюшечки, это уже не очко. Вот тут у нее было вообще. Вот, то есть у нее корочка. Ну и вот там, ну уже совсем мало. Все, меня надо в стыд передать. Она ко мне пришла ластиться. Все мои плитки, плитки. Золото и ослиние. Ищет мама и пап, наша гостья. Какая булочка. А сейчас на 0,6 поставить? Во, вот на 0,6 нормально снимается. Да, что-то у нас шерсть. Она уже 2 раза у Брумера, да, бывала? Она, понимаешь, она заходит в песок с глиной, который там, и начинает дома елозить все. Видала, видала, что получилось? Видишь, что получилось? Да, офигеть. Видела, да? Офигеть, покера себя. Я не ласкала. Он не любит, когда его на руки поднимают. Он не любит этого. Отпусти, 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 отпусти. Он тяжелый. Конечно, тяжелый. Отпусти, говорит. Отпусти, отпусти, отпусти. Посмотри, какой он милашка, да? Ага. Он в шоке. Он почти 20 весит. Учитесь. Положи. А все говорят, а мы, а мы, а мы. Вот Роза самая умная, подходит другому, если кто-то не гладит. О, он тоже хочет. И ты тоже хочешь? Нет, вот он. Иди сюда. Я помогу. Не хочешь? На, Кер, ну, Кер, давай ты. Да, подними на ручки его, подними. Миша, ты рассказал, как он сегодня на переднее сиденье от меня убирал? Да, ты почему не засняли? Взяла, открыла, а он на переднее сиденье побежал. Я говорю, надо было камеру брать. Он подумал, что я иди не сюда. Почему он не хочет ко мне? Потому что, когда его на руки беру, я веду в гараж, закрываю его. Потому что он очень любит гавкать. Тяжелый? Конечно, он растет как бешеный. Он Лукера обгонит скоро. О, какой он тяжелый. Да поставь на пол, что ты надрываешься. А он кастрированный? Миша, он еще ребенок, ты что? Да, Гаян. Какой ребенок? Ты посмотри, как он огромный. Он скоро Лукера догонит. Какой сладкий тебе. Так, Лукер говорит, а я не понял. Тут а я должен быть. Посмотрите, он весь долматинистый. Ай-ди! Ай-ди! Смотри, такой хороший! Мыть, 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 мыть! Деда, что ты скажешь по этому поводу, а? Смотрите на Луну. Тебя что, любит Тишка? Вот это поворот. Тишка, что ты скажешь по этому поводу? Я мирный человек. Ты мирный житель? И он мирный житель. Okay. Ты смотрел его? Место после операции. А? Смотрел. Ну, сегодня не смотрел, вчера не смотрел. Так. Мне нужен Сёмыч, который... А чё он убегает? Он всегда прибегал. Сёмыч? Это не Сёмыч. А, Сёмыч. Вилли! Фу! Вилли видит улицу такой. Ой. Тедди, нельзя идти, снег в башка попадет. Ой-ой-ой, Вилли такой. Что, закрывается? Миша что-то несет? А там что-то закрывается? Миша, от всего нашего... Коллектива? Не от нашего, от наших подписчиков. Потому что от меня был подарок отдельный. Угу. Да, ответы? От подписчиков тебе подарок. Ну, я открою. От всех. Ну, не от всех, от тех, кто... Вау, 4 терабайт, какой давно хотел его. От тех, кто в группе.
Давно хотел. Спасибо большое. Так, надо включать. И все туда скидывать. Миша, мне полгода, а просто говорю, вот купим 4-терабайтник. И все туда закинем, и у нас будет место, вот теперь будет. Спасибо. Всем спасибо, всем привет. Спасибо за поздравления, за все, и за 4-терабайтник. Давно, давно мне нужен был. Все. Миша счастлив прямо. Так, и что там говорили, за уши подлипать? Какие уши? У меня... Уши! Уши! 40 раз? Шутка, шутка. Скажите, Кузьма Дмитриевич, мамочки, что ты наделала? Кузьма Дмитриевич потерялся в пространстве. В пространстве потерялся. Да так, пусть мне дадите, или что вы там вообще придумали? Пуськина, ну хвостом по камере разве можно? Вы чего там придумали? Пусть я люблю, да. Пусть я люблю, давно бы так сказали. Я уже тогда расслабился, а то меня вообще стеснили куда-то. Вы где вообще находитесь? Кто это вообще такая? Ты что пришла вообще сюда? Ты все время разная. Пуськи! Мамина радость! Тишка, ну почему ты такой красивый стал? А? Мам, посмотри, какой он красавец стал, да? Красавец-спортсмен. Он в 2 или в 3 раза меньше, даже в 3 раза меньше, чем обычный кот. Тишка, какой красивый, да, мам? Да, у него из ушей торчат вот эти беленькие пряди, как антенны. Уна, красавица, спортсменка, комсомолка, очень ищет мам, пап. Говорит, мам, пап, вы где? Вы чё? Вы где потерялись? Вот ищу вас, нюхаю, под плинтусом вас не найду. Красавица вообще. Под плинтусом вас, к сожалению, нет. Такой, да, говорит, вы что, меня снимаете? Вы это мои ушки красивые снимаете, да? Я не могу поверить в это, что меня тут снимают. Себя очень ищет мам-пап. Кошка с тяжелой судьбой. Красавец.